Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. Итак, Форд FIFA, наш легендарный сезон, где мы собираем весь состав из икон, и должно быть минимум 6 игроков, это Prime икон. Итак, сегодня у нас 5-й выпуск, и по традиции мы начинаем с 5 золотых игроков на футхеде. Нет. И последний игрок, нет. Ну что ж, друзья, вот так вот пока что выглядит наша команда. У нас 4 только позиции на поле, это не иконы, но просто их еще не выпадало таких икон, чтобы их можно было поставить в стартовый состав. Например, вот можно Баджу, конечно, поставить вместо поля Погбы, все это реально, но мы будем ждать все-таки, наверное, Ривалдо, что он апнется. Ну и также вот у нас есть еще и на заменках. Некоторых икон нам действительно придется даже убирать из состава. Например, у Креспа нету Prime икон. У него только вот сам 3 иконы максимум. Все. У некоторых других есть по 4. Так что мы будем отталкиваться от у того, у кого есть эти 4 иконы. Ну что ж, друзья, переходим к первой игре Fortnite. Итак, занял я 66 место, пережил 34 соперника и получаю 17 золотых игроков. Ну что ж, 17 игроков это мало, по сути, как у нас много было раньше открытий, там по 50, по 60 игроков, но здесь 17. Ну что же, начнем, может быть, и в них нам что-нибудь интересное выглядит. Первый игрок. Нет. А вот и икона, которой у нас, кстати, не было, это его средняя карточка, 88, есть также 90 и есть также Prime икона. Так что мы, естественно, возьмем Эммануэля Пети. Друзья, две иконы подряд, и тем более нам падает Диего Марадона, 97, это его самая высокая обычная карточка. Есть также еще и Prime 98, ее мы, естественно, берем, нам нужно поймать любого еще одного Марадона, и мы получим Prime. Это, естественно, да. Нет. Эмилио Бутрагуэно нам выпадает, 90 его карточка, и, естественно, это мы берем. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, вот так вот после первых 17 игроков нам выпадает Диего Марадона, 97-й, Эммануэль Петит, 88-й и Бутрагуэно, 90-й. Три иконы за 17 открытий, а иногда нам за 40 ничего практически не выпадает. Так что неплохо у нас получилось открытие. Переходим ко второй игре Fortnite. Итак, пережил я 38 соперников, за это я получаю 31 золотого игрока и 5 специальных игроков за одно убийство. Ну что ж, друзья, 31 золотой игрок и 5 специальных, мы могли бы, конечно, мы и 10 получать, немножко не хватило и там и везения, и скилла, поэтому, но все равно одного игрока мы все-таки убить смогли, поэтому 31 сначала золотой игрок, ну а потом уже откроем 5 специальных. Первый игрок. Нет. И вот очередная икона. Это Алессандро Неста. Это его бэйби-версия. Но все-таки все равно неплохо. Будем пока что заполнять запас. Нет. Не считается. Нет. Снова нам падает Мухаммед Салах 89. Давайте просто его возьмем карточку 91. Чтобы нам по рейтингу только подходило. Нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну что же, а теперь переходим к специальным игрокам. Их у нас 5. Нет. И последний специальный игрок. Нет. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте 30 лайков. И 6-й выпуск выйдет уже очень скоро. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Нас ждет.